Привет. Он бежит прямо за мной. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. И сегодня полюбившееся всем вам видео будет это экстремальные прятки. Вы также продолжаете писать, с кем мне сыграть в экстремальные прятки. Вы пишете разных монстров, которые существуют и не существуют. Ребята, просто очень-очень много комментариев. Спасибо вам за это. Продолжайте. А сегодня, ребята, я хочу поиграть в экстремальные прятки с маршмеллоголовым. Маршмеллоголовый – это брат сиреноголового. Все вы, наверное, знакомы с диджеем, который играет в маске маршмеллоу. И я подумала, почему бы и не сыграть в экстремальные прятки с маршмеллоголовым. Это брат сиреноголового. Я знаю точно, что сиреноголовый применяет к себе абсолютно любые головы, которые только можно придумать. Но это как был, так и останется сиреноголовый. Просто модификация его голов постоянно меняется. В любом месте вы можете встретить необычного сиреноголового с сиренами, а абсолютно любого другого монстра. Деревоголового, забороголового, вудуголового, абсолютно любого, ребята. И на моем канале вы тоже можете посмотреть очень много модификаций сиреноголового. Так что сейчас мы не будем на этом заострять наше внимание, а приступим к игре вместе с маршмеллоголовым. Итак, чтобы с ним сыграть в экстремальные прятки, его необходимо сюда призвать. Итак, ребята, приступим к вызову маршмеллоголового. Для начала я нарисую его на чистом листе бумаги. Итак, он выглядит примерно вот так. Сейчас мы нарисуем глаза. Они в виде такого как креста, что ли. Как-то так. Я, конечно, не художник, но я думаю, что вы понимаете уже, о каком монстре идет сейчас речь. Итак, ребята, это лицо маршмеллоу. И для того, чтобы нам его призвать, нам необходимо было как-то его нарисовать. Теперь при помощи доски для вызова духов, ребята, мы начнем игру. Что-то маятник не хочет работать в последнее время. Не хочет открывать портал в потусторонний мир. Так. Маршмеллоголовый, приди. Маршмеллоголовый, приди. Маршмеллоголовый, приди. Маршмеллоголовый, ты здесь? Маршмеллоголовый, ты здесь? Да. Отлично, ребята, этот монстр здесь. Маршмеллоголовый, я предлагаю сыграть тебе в экстремальные прятки. Я прячусь. Если ты меня находишь, то я получаю наказание. Если же я нахожу тебя, то ты убираешься обратно в потусторонний мир. Ты согласен? Ребята, кстати говоря, придумайте наказание для меня, если вдруг я проиграю в экстремальные прятки. Ну, я не знаю, типа разбить яйцо об голову или, ну, какое-то другое наказание. Напишите в комментариях, как вы считаете, что я должна получить, если вдруг я проиграю и не найду какого-то монстра. Итак, я еще раз повторяю правила. Я прячусь. Если ты меня находишь, то я получаю наказание. Какое решать тебе? Если я нахожу тебя, ты убираешься обратно туда, откуда пришел. Ты согласен? Да. Тогда игра началась. Погнали прятаться, ребята.
Итак, одной из основных задач, чтобы нам спрятаться, но еще, конечно же, мне очень хочется увидеть, как выглядит маршмеллоголовый. Не просто какая-то телепатическая связь с ним через доску для вызова духов, но еще и посмотреть, ну, посмотреть так, чтобы он меня не нашел. Ребята, нашла какую-то бумагу. Господи, здесь как будто кровью, что ли, все что-то написано. Какие-то буквы. Так, ребят, смотрите, я прочитала вот эти две. Найду. Это маршмеллоу написал? Он написал, что найду. Да фиг тебе. Я сейчас так спрячусь, что никто меня не найдет. Ребята, нужно выбрать место. Я не хочу сейчас прятаться. Да что такое? Что за фигня? Еще какая-то записка. Привет. Блин, ребята, у меня вообще-то на то, чтобы я спряталась, должно быть определенное место. А он меня сбивает с толку этими своими записками. То есть получается, что он вообще, может быть, уже видит меня и наблюдает за мной. Может быть, еще где-то есть что-то. Еще одна записка, ребят. Она пустая. Что это может означать? Давайте идем дальше. Еще одна. Да. Блин, ребят. Мы так не успеем спрятаться, нифига. Господи, фу, какая мерзость. Я не понимаю, что здесь написано. По-моему, здесь написано вот эта буква У. Ха. Уходи. Короче, ребята, я нашла очень клевое место, где можно спрятаться. Но там куча паутины, и оно достаточно опасное. Но оно реально криптовое. Пойдемте. Короче, ребят, я сейчас залезу вот в эти палки, спрячусь, и мы с вами будем наблюдать, найдет ли нас брат сиреноголового, маршмеллоголовый здесь или нет. Я думаю, что нет. А как считаете вы? Не забывайте ставить лайкосики. Ну а мы начинаем экстремальные прятки. Так, ребят, я пробралась сюда, внутрь, блин, этих палок. Типа такой, знаете, шалаш из палок. Я думаю, что он меня... Мамочки. Может быть, туда дальше. Подальше. Еще палок надо строить. Чтобы меня точно... Я здесь, короче, затеряюсь в этих палках. Он полюбас меня не найдет. Ребят, напишите в комментариях, любите ли вы играть в прятки в лесу. А! Ну, на самом деле, это жуть как опасно. Может упасть дерево на голову. Или еще чего. Так. Даже если кто... Ай! Черт подери, палка вонзилась. Так, все, ребят. Посмотрите. Офигенно, как я спряталась. Это офигенное новое место. Итак, ребята. Теперь нам осталось только ждать. Так, ребята. Мне кажется, я кого-то вижу. Кто-то идет. Очуметь, ребята, это маршмеллоголовый. Вы все знаете диджея. Маршмелло очень популярного американского диджея. И он здесь, в реальной жизни у меня. Тут он идет. Ребята, мне самое главное, чтобы маршмеллоголовый меня не заметил. Здесь, где я спряталась, чтобы он прошел мимо. Ребята... Мы смогли, если он пройдет мимо, значит, мы победили. Нереально, чуть-чуть поближе хочу снять. Это маршмеллоу. Головый. Очуметь. Очуметь просто. Так, ребята.
правила пряток такие. Вот он прошел мимо, значит, сейчас мы быстро должны добежать до доски для вызова духов и отправить его в потусторонний мир. Главное, чтобы он нас не смог поймать в этот момент, то есть догнать. Но он прошел мимо, он нас не нашел. У нас есть шанс. Главное выбраться отсюда. Сейчас. Аккуратно. Ребята, ну что, экстремальные прятки с маршмеллоголовым прямо сейчас закончатся. Маршмеллоголовый, экстремальные прятки закончены, ты не нашел меня! Бежим, бежим от него, скорей. Черт. Черт, мы должны быть первыми. Он бежит прямо за мной. Но я первая, первая. А, черт, все. Я первая! Маршмеллоголовый, убирайся обратно в потусторонний мир. Маршмеллоголовый, убирайся обратно в потусторонний мир. Маршмеллоголовый, убирайся обратно в потусторонний мир. Прощай. Черт! Он, конечно, был не такой жуть, какой страшный. Но было прикольно сыграть с ним в экстремальные прятки. Если вам понравилось, ставь лайк. И до новых встреч в новых видосах. Пока!